В детском саду номер 36 занимаются 4 группы детей с ограничениями по здоровью. В преддверии Международного дня инвалидов воспитатели подготовили для них зимнюю сказку. Дети смогли сыграть в ней роли главных героев. Но самым большим подарком для ребят стали пособия, изготовленные сотрудниками других детских садов города. В этом году мы решили провести акцию «Подари детям доброту». Эта акция была объявлена неделю назад для всех дошкольных образовательных учреждений. Мы как бы обратились с призывом изготовить дидактические и методические пособия для работы именно с детьми-инвалидами. То есть эти пособия предназначены для того, чтобы развивать моторику, фантазию, воображение. В этот же день во Дворце молодежи прошло мероприятие для людей с ограниченными возможностями всех возрастов, дипломы и благодарственные письма за вклад в реабилитацию особенных жителей, участие в конкурсах, фестивалях и спортивных соревнованиях получили представители и активисты городских обществ инвалидов. Меня попросили это поработать в обществе глухих. Я согласилась. С 96 года я работаю. Глухими очень сложновато работать. Я их понимаю, поэтому я стараюсь для них все, что я могу. Главными действующими героями на мероприятии были особенные люди. В фойе Дворца молодежи были представлены их творческие работы. А то, что они занимаются не только рукоделием, но и выступают на сцене, можно было увидеть в ходе концертной программы. Ведь цель этого дня, который был провозглашен Организацией Объединенных Наций, полное и равное участие особенных людей в жизни общества. В нашем городе действует программа «Доступная среда», по которой, значит, уже в 7 детских садах у нас действуют группы для детей-инвалидов. В 4 школах у нас оборудованы классы для детей-инвалидов. Ну, помимо этого, значит, в рамках данной программы все дома, жилые дома города сдаются с пандусами. В Нефтекамске проживает 10 тысяч людей-инвалидов, среди которых 500 маленьких горожан. Поэтому задача общества не только 3 декабря, но и каждый день помогать тем, кто ограничен в возможностях, но не ограничен в стремлении жить полноценной жизнью. Татьяна Галиева, Иван Кузнецов, Никита Кабанов. Информационная программа «Ежедневник».